Друзья, здорово! Ну что, наконец-то я прошел дискач. Прошел его с первой попытки на лучшую концовку. Я очень собой доволен, и мне теперь есть о чем рассказать. На мой взгляд, в принципе, игра шедевр из 10. В ней прекрасная музыка, шедевральная проработка персонажей, уникальнейший вариативный геймплей, потрясающий визуал, да и в целом она просто зашигенная. Сходу только хочется отметить пару нюансов. Игра потрясающе играется с тобой. Она офигенно точно на протяжении так часов 30 создает у тебя иллюзию, что ты полностью живешь в этом мире. Ты думаешь, что твои диалоги, твои варианты развития событий могут шедеврально, совершенно в разную сторону повернуть сюжет. Однако потом ты замечаешь, что разработчики тебя своеобразно ведут, как бы так немножечко за ручку, очень грамотно спродюсировав все, там как бы так все продумав, так что в итоге весь этот клубочек развяжется так, как они этого хотят. В какой-то момент можно начать замечать, что если в основном выбирать варианты сверху вниз, то это приведет тебя всегда к хорошей концовке. В 95 буквально процентов. Поэтому в какой-то момент у тебя просто отпадает необходимость включать голову, потому что теперь ты, когда разгадал игру, ты знаешь, как в нее надо играть, чтобы добиться лучшего результата. Но все равно ты очень долго держишься в этом мире, она все равно очень долго тебя вводит как бы такими эмоциональными хороводами. Делая так, что ты веришь в происходящее. И если ты веришь, что оно действительно для тебя происходит. Однозначно ее рекомендую. Желаю вам всем с ней познакомиться. Дать ей время себя раскрыть. И тогда вы гарантированно влюбитесь в нее. Как это случилось со мной. И с моей историей моего копа Гарри. Мой коп суперзвезда. Ультралиберал, получившийся в этой игре. Расскажите о том, какие копы получились у вас. Хорошего дня.